Депутат Госдумы Денис Майданов навестил участника Великой Отечественной войны Николая Чепуренко, жителя Одинцова, в рамках партийной акции «Подарки ветерану». Он поздравил его с Днем Победы и вручил подарки. В их числе коробка здоровья – специальный набор от партии «Единая Россия», в который входят приятные и полезные сладости, а также тонометр, глюкометр и пульсоксиметр.